ОСД. Да, дуэт называется Эдик и Зотин, но мы на самом деле не все знаем, кто из них Эдик. И почему, кстати, почему один то есть один взял как имя, а второй почему фамилию? Почему у меня дуэт? Имя длинное. Какое? Константин. Ну да. Ну это прям длиннее же, чем Эдик. Представьте, 5 секунд назад возле клуба закончилась драка. Андрюха! А? Чё, они ушли? Ага, только что. Видал, что было? Видал! Мощно, мощно, ребята! Я знаю. А ты где был? Я недалеко, за баком. Слушай, ну не так все плохо, кровь почти уже не идет. Заканчивается, получается. Че, поднимаемся? Давай за волосы. А что такое? Ну, единственное, что не болит. А вот ты им чучмеки кричал. Зачем? Я просто пьяный был, думал, весело получится. Весело не получилось. Я домой поехал тогда. Андрюх, а мне шанс дать. А. Оттащи меня за угол хотя бы. Давай, поехали. Выходит кто-то. Поднажми, Андрюха. Давай, родненький. А, нет, это не они. Это какие-то другие чучмеки. Ну, хоть какие-то выводы ты же должен делать. Сюда идут. Услышали. Ты за бак? Я за бак. Здравствуйте, ребята. А вы все еще и в туфлях. Да, начинаем. По мне, было очень смешно. Узнаем, что скажет жюри.